Вы смотрели или читали «Маугли» и знаете, что получается, если человеческого детеныша воспитывает волчья стая. Тут похожая ситуация. Хаски по кличке Тали до 2 лет жила и воспитывалась среди кошек. И она решила, что сама тоже кошка с кошачьими повадками и привычкой попадать в самые нелепые ситуации. Она даже сидит так, как кошка, поджав лапы. Тали всегда лежит, поджав лапы под себя, как кошка. Как и кошка, она обожает сидеть в коробках. Она может сидеть там очень долго. Она практически не лает и может лежать целый день на подоконнике и молча смотреть на проходящих людей. Мы взяли ее, когда ей было 2 года. У предыдущего владельца она росла вместе с кошками. Она и дня не может прожить, чтобы не напакостить или не попасть в глупую ситуацию. Вы, наверное, думаете, что она хочет, чтобы ей почесали живот? Неа. Если это сделать, она будет лежать и вздыхать, ожидая, когда это закончится. Люди останавливаются, когда мы стали гуляем, чтобы сказать, что собака очень красивая, но она тут же утаскивает меня прочь. Она, как и любая кошка, любит принимать солнечные ванны. Ленивая, но очень гибкая, она никогда не вскочит, когда услышит шум. Она просто будет крутить головой, чтобы понять, что происходит.